Ну, как там дела? Все хорошо, пап. Движение метрокопов и патрулей в норме. Как дела на складе? Один мини-реактор Альянса из 4000 отгруженных. Они его не хватятся. Вот, взгляни. И это еще не все. Кое-кто взломал строительную сеть Альянса. Не жадничайте, ребята. Мало времени. Одна минута и все, обещаю. А, да. Я заметила, что Альянс отправляет припасы в карантинную зону. Она пустовала много лет. Очень странно. Что ж, разберемся, когда вернемся. Встретимся в убежище, родная. Скоро будем. Похоже на... Что такое, Рассел? Что вы... Потрясающе. Алекс, все вышло? Да, реактор у них. Легкотня. Возвращаюсь в убежище к отцу. Иди, будем на связи. Берегись. Внимание! На землю объединиться. Обнаружено проникновение. Источник. Нарушитель. Код реагирования. Атаковать. Усмирить. Допросить. Что такое? Не похоже на обычную проверку. Ты уверена, что все прошло гладко? На 100%. Что это за вылет ГОшников? Сиди тихо и не глупи. Стоять на месте! Нет, спокойно, я просто живу здесь. Возможные нарушители. Стой! Не стреляй! Все чисто, видите его. Стоять назад! Катюша! Назови имена. Играли, ничего! Нам все равно, что ты видел, кто с тобой Никто! Был. Никто! Я никого не видел! Взялись и бойте его. Папа! Слышите? Я туда. Стоп! Куда вы меня везете? Где мой отец? Ау! Черт возьми, где мой отец? А нет! Живи, Зандрика, человечка! Не дергайся! Что это? Что? Я написал! Помощите нам! Доживайте со мной! Доживайте со мной! Я знаю, я ее устрою. Строго говоря, это авария попала в тебя. Тебе надо спешить. Погоди, где папа? Он в порядке. Следуй за дроном. Наземная команда защиты. Значит, папа в порядке, да? Да, ну-ка, честно говоря, он в большой беде. Но он все еще у них. Он был в другой машине. И ты спас меня? Ну да. Я же не знал, кто в какой машине. Так что, да. В итоге я спас тебя. Куда его везут? В изолятор. А когда поймут, что перед ними Элай Вэнс, в Новопроспект. Но я уже работаю над планом его спасения. Лаборатория близко. Следую за дроном. Придумаем, что делать. Рассел, что вы там нашли? Это и удивительно. Я не знаю. Просто мутные снимки. Здание. Цитадель? Нет, чего-то другого. И чтобы это ни было, они убьют всех, кто это видел. И всех, кто знает тех, кто это видел. То есть нас. И твоего отца. Рассел, подожди. Я почти на месте. Алекс, отлично. Ладно, давай... Стой, мой дрон в порядке, да? Нет, он взорвался. Я, кстати, жива. Верно, да, это главное.
Кракасом. Папа у них. Я знаю, это плохо. Они узнают, что ему известно, а потом, да, его убьют. О, Боже. Но есть хорошая новость. У нас есть то, чего у них нет. И это? План по его спасению. Отлично. Рассказывай. Итак, скоро они поймут, что твой отец не будет говорить, и тогда повезут высасывать его мозг. Раз. Вероятно. А может и нет. Мог бы или проскрыли. Тогда он же твой отец. Что они точно сделают, это посадят его на поезд вот здесь. Это Илай. Да, но вопрос. И если он окажется в поезде, это конец, да? Не обязательно. Возьми что-то, что будет на обед. Тут рядом есть второй поезд, который тоже идет из Сити-17 и проезжает через карантинную зону. Хорошо. Поезда встречаются здесь, на развилке в Фэрвью. Ты садишься в свой поезд, добираешься туда раньше отца и взламываешь управление. И я проникну в систему. Поезд останавливается, ты разбираешься с комбайнами, и мы спасаем твоего отца. Звучит круто. Где посадка? Иди в черный ход и через двор. Поезд списан, но я думаю, я взломаю систему. И еще, надень пару Расселов перед уходом. Расселов? Перчаток, Алекс, ну грави перчаток. У меня есть несколько пар. Калибруешь их у гаража. Поняла. Мы справимся, Алекс. Ты ведь понимаешь, я сказал, что справимся, потому что справимся. Это точно. Я с тобой до самого конца. О, ты сломал замок. Хорошо, отлично. У меня был ключ, нужно было тебе его дать. Сам виноват. Готово. Следующая остановка — развилка Фэрвью. Спасибо, Рэс. И удачи, Алекс. Пока. Разумеется, я все еще с тобой, если что. Я знаю.